захватившие власть в Киеве, не представляли население Крыма и Донбасса, не требует доказательств. А безоговорочная поддержка западными столицами действий преступного киевского режима – ничто иное, как нарушение принципа самоопределения вслед за грубым вмешательством во внутренние дела. Последовавший за госпереворотом в годы правления Порошенко и затем Зеленского принятие российских законов о запрете всего русского – образования, средств массовой информации, культуры, уничтожение книг и памятников, запрет Украинской Православной Церкви и захват ее собственности стало вызывающим нарушением пункта 3 статьи 1 Устава ООН об уважении прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии.